Хороших новостей вам желает многопрофильная поликлиника «Медфарм». Все виды медицинских осмотров на улице Ровная, 33. Весна скоро. Весна скоро, еще что? Погода хорошая, настроение хорошее. Почему настроение хорошее? Просто так. Да какие хорошие, вот светло на улице, я живу, вот и хорошая новость. Ну, так особых новостей никаких нет. После болезни работать стало вышло, вот это очень хорошо. Мужа повысили на работе недавно. Еще что-нибудь, может быть? Не знаю, дочери 2 дня назад было, 1 год 4 месяца. Наступила весна, хорошее настроение. Ребенок для нас очень радует, замечательный. Погордитесь своим ребенком. Только вот садик ему не дают почему-то, этому бедному ребенку. Машину купил. Папа купил машину? Да. Это хорошо? Да. Зима, как воробьи, чуть жив, чуть жив. Солнышко пригрело, жив, жив, жив. Вот на этом и живем. В общем, а есть еще какие-нибудь хорошие у вас новости? А это самое главное. Это самое главное, самое хорошее. Солнышко и здоровье. Есть у вас какие-нибудь хорошие новости? Ой, да, каждый день. Каждый день. Ну вот что хорошего сегодня? Вот телефон ищу. Телефон ищете? Найдете его, как думаете? Да, думаю.